ищите низкие цены на рекламу, они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Спортивный уикенд. В ближайшие выходные в столице Мариэл и пригородах пройдут соревнования в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, турнир городов России по художественной гимнастике, а также республиканская гонка «Лыжня Мариэл». Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион 12». Спортсмены «Волготеха» поборются за попадание в 64 лучшие студенческие команды страны. В выходные в столице Мариэл состоятся квалификационные матчи чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола с участием команд из Чебоксар, Кстово, Саранска и Ишкаралы. В первый соревновательный день ишкаралинцы встретятся со студентами из Нижегородской области, а мордовский коллектив с командой из Чувашии. В воскресенье победители этих пар в финале выявят команду, которая сыграет в плей-офф чемпионата АСБ. Встречи пройдут на паркете спортивного зала 3-го корпуса ПГТУ. В субботу в час дня и 15:00, в воскресенье в 10 утра и полдень. Тех же, кто баскетболу предпочитают прогулки на свежем воздухе, ждут на учебно-тренировочной базе корта. Ровно в полдень воскресенья тут будет дан старт республиканской лыжной гонки «Лыжня Мариэл 2015». Принять участие в спортивном празднике может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать 13-14 марта в спорткомплексе «Юбилейный». 15 числа можно будет пройти регистрацию на базе корта. Для удобства лыжников в воскресенье от остановки ДК имени Ленина на спортивные базы будет организовано движение автобусов по маршруту спортивный. Стоимость проезда 16 рублей. Столица Мариэл – Приволжский центр плавания. Во дворце водных видов спорта продолжаются соревнования в рамках первого этапа окружного кубка страны. Напомню, что в зональном турнире участвует более 300 спортсменов Приволжского федерального округа. Команду хозяев представляют более 30 пловцов, воспитанников спортивной школы Мариэл. В четверг, во второй день соревнований, было разыграно 14 комплектов медалей. В неофициальном общекомандном зачете по количеству завоеванных медалей и разных достоинств лидируют пензенские пловцы. Ненамного от них отстают спортсмены из Татарстана. Добавлю, что в пятницу, в заключительный день Кубка, будет разыграно еще 14 комплектов наград. Начало в 10 утра, вход во дворец водных видов спорта платный. Стоимость взрослого билета 40 рублей, детского 15 рублей. Любители красоты и грации ждут в эти выходные в Медведеве. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Витязь» пройдет открытый турнир городов России по художественной гимнастике «Ассоль». В течение двух дней гимнастки из Ешкаралы, а также Татарстана, Чувашии, Подмосковья и других регионов будут соревноваться в личном и командном зачетах. Всего ожидается приезд почти 400 спортсменов, что в более чем два раза больше, чем на предыдущем подобном турнире. По словам организаторов спортивного клуба «Ассоль», почетным гостем соревнований может стать олимпийская чемпионка 2008 года Дарья Шкурихина. Начало турнира «ФОК Витязь» в субботу и воскресенье 8:30. Завершение, а также церемонии награждения и закрытия 15 марта 4 часа вечера. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28.